Кировском районном суде продолжаются слушания по делу экс-главы администрации Саратовского района. Напомню, Василий Синичкин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. При первом рассмотрении уголовного дела судья принял решение амнистировать экс-чиновника на основании его справки о том, что он является ветераном боевых действий в Чечне. 14 мая Синичкин был освобожден от ответственности, но прокуратура усомнилась в подлинности документа и обжаловала решение суда. Также из Чечни поступили сведения, что ветеранское удостоверение бывшего главы аннулировано. Теперь дело будет рассматриваться заново. Синичкину грозит штраф и срок от 4 лет лишения свободы.